Хороший нож – это не только быстрая работа по кухне, но и удовольствие от этой работы. Приветствуем вас на канале Посудомар. У нас все, что вы хотели узнать о посуде, и еде, и ее приготовлении. Поварской, он же шеф-нож, самый универсальный и незаменимый кухонный инструмент. Им режут овощи и мясо, измельчают зелень и чеснок. Это базовый нож, с которым вы проведете достаточно много времени. Поэтому мы рекомендуем выбирать его вдумчиво, обращая внимание на бренд, марку стали, эргономику рукояти и особенности ухода. Сегодня мы представляем топ-6 поварских ножей с лезвием 20 см по мнению покупателей Посудомар 2021 года. Все ножи можно заказать в нашем интернет-магазине или прийти, подержать в руках и выбрать свой нож в нашем магазине Посудомар. Адрес магазина указан в описании ролика. Нож кухонный поварской из дамасской стали бренда Яксель, коллекция РАН. Бренд Яксель – это лучшее соотношение цена-качество. Все серии бренда выполнены в одной концепции. Японским мастерам ножевого дела удивительным образом получается сочетать, казалось бы, совершенно разные вещи и принципы. В случае с ножами Яксель – это сочетание японского качества, восточной красоты дамасской стали и европейской долговечности, а также функциональности. На клинок нанесен фирменный логотип, а вся его поверхность покрыта сложным кружевным рисунком 6-9-слойной дамасской стали. В переводе с японского «ран» означает «отличный», и коллекция ножей «ран» полностью оправдывает это название. Обкладки из дамаска придают ножу упругость, необходимую для долговечного использования. Благодаря тому, что дамасская сталь содержит мало углерода, обклады обладают повышенной коррозионной стойкостью. Стальной сердечник обеспечивает твердость, необходимую для остроты клинка. Лезвия ножей серии РАН настолько острые, что не повреждают продукты при нарезке. Каждый кусочек будет просто идеальным. Благодаря наличию стального навершения на рукоятке нож имеет идеальный баланс, что способствует максимальному комфорту и безопасности при его использовании. Рукоять выполнена из высококачественного, износоустойчивого и нескользящего материала микарты. Удобная анатомическая форма дарит комфорт в работе с ножом даже при длительной работе. Кисть не устает и не затекает. Популярность ножей Яксель РАН на мировом рынке стала феноменальной. В 2009 и 2012 годах линейка кухонных ножей РАН в полном составе была признана лучшей в престижном рейтинге журнала ATM Telemagazine. В 2016 и 2017 годах она была признана лучшим ножевым продуктом Германии. Это огромный успех, при том, что Германия является ведущим европейским поставщиком ножей. Ножи Яксель на профессиональном уровне используют именитые европейские и российские шеф-повара, обладатели звезд Мишлен. Среди них Кристофер Мюллер, Эрик Френшен, Екатерина Алехина, шеф-повар и владелица ресторана Биологи. Нож кухонный поварской из кованой высокоуглеродистой нержавеющей стали бренда Вьюсхов, коллекция Classic. Бренд Вьюсхов — это самые качественные ножи и самое технологичное ножевое производство в мире. Поварской нож Вьюсхов Classic – эталон кухонных ножей для любых кулинарных задач. Прочный, острый и функциональный – это вечная классика. Узнаваемая конструкция ножа с тройными заклепками полюбилась многим поколениям благодарных пользователей за прочность и гигиеничность. Лезвие и хвостовик ножа выкованы из цельного бруска высококачественной европейской стали. Обратите внимание, что хвостовик является частью рукояти и идет до ее конца. Такая конструкция придает исключительную прочность. Обух и ручка великолепно сбалансированы. Достичь идеального баланса позволяет массивный больстер. Благодаря балансу вы можете задать оптимальное направление движения при резке и таким образом повысить удобство использования. Фирменная технология обработки лезвия гарантирует отличную остроту ножей и длительное удержание заточки. Острый нож – самый безопасный нож. Пользуясь им, вы можете быть уверены
почти на 100%, что он не соскользнет с продукта и не поранит вам пальцы. Рукоять из ацетальной смолы, которая плотно крепится к хвостовику, стальными заклепками идеально ложится в руку. Удобная пятка лезвия служит дополнительным упором и надежно защищает пальцы. Вся коллекция произведена в Золингене, городе, который по праву носит статус ножевой столицы Германии. Ножами в Юсхов работают такие известные шеф-повара, как Джейми Оливер и Гордон Рамзи. Серия Classic была признана лучшей ножевой линейкой по версии Consumer Reports ежемесячного журнала некоммерческой организации Consumers Union Союза потребителей США. Нож кухонный, поварской, из кованой высокоуглеродистой нержавеющей стали бренда Arcos, коллекция Riviera. Arcos – это лучший бренд, если вам нужен бюджетный нож. Для тех, кто не любит тяжелые ножи, Arcos – настоящая находка. Поварской нож Arcos Riviera достаточно легкий, и при этом он хорошо сбалансирован и долго сохраняет режущую силу. Клинок выполнен из кованой молибден-ванадиевой стали Nitrum, обогащенный азотом. Эта эксклюзивная формула стали придает лезвию особую твердость 53-56 по шкале Rockwell. Режущая кромка долго держит заточку и легко правится мусатом. Продуманный дизайн рукояти из ацетальной смолы гарантирует, что вы сможете пользоваться этим ножом долго и ваша кисть не устанет. Нож удобно держать в руке и он не скользит даже в мокрой руке. Три стальные заклепки обеспечивают очень плотное прилегание стальной части ножа к рукояти без зазоров, где могли бы скапливаться остатки пищи и размножаться бактерии. Для безопасности и улучшения баланса нож оснащен больстером из полированной нержавеющей стали. Ножи серии Riviera пользуются немалым спросом у профессиональных поваров, которые помимо режущих качеств отмечают удобство в уходе и возможность мытья в посудомоечной машине. В коллекции Национального археологического музея в Мадриде имеется несколько экземпляров продукции Arcos, датированной серединой 18 века. Амбассадором ножей Arcos является Кики да Коста, именитый испанский шеф-повар, обладатель трех звезд Мишлен. Еще один известный поклонник бренда Arcos – известный футболист Андреас Иньеста. С хорошим ножом любой приготовит отличное блюдо. Уж мы-то это знаем, утверждает Кики да Коста. Шеф-нож кухонный поварской из нержавеющей стали бренда Цвиллинг, коллекция Диплом. Поварской нож Цвиллинг из коллекции Диплом поможет вам профессионально нарезать самые разные ингредиенты для ваших любимых блюд. Для разработки этой линейки специалисты Цвиллинг объединились с поварами Французского института кулинарного искусства Le Garden Bleu. Результатом этой коллаборации стала коллекция уникальных по своим качествам ножей, которые подходят для использования как на домашних, так и на профессиональных кухнях. Не менее важный факт. Ножи Диплом изготавливаются в Японии, в ножевой столице Секи, опытными мастерами ножевого дела фабрики Мияби. Каждый нож Диплома – это немецкое качество, французская утонченность и японское мастерство. Для производства используется сталь FK-61, которая отличается высокой твердостью. Традиционная трехэтапная японская заточка придает режущей кромке ножа остроту скальпеля, благодаря чему рез становится идеально точным. Лезвие и хвостовик ножа цельные, что обеспечивает максимальную надежность. Рукоять из ацетальной смолы соединена с хвостовиком методом литья под давлением. Между полимером и сталью нет швов. Это означает, что нож максимально гигиеничен и за ним легко ухаживать. Совершенно неважно, начинающий вы кулинар или опытный шеф-повар, поварской нож Диплома станет вашим идеальным помощником, так называемым дипломом в мире кулинарии. Нож кухонный, поварской, Гюйто из дамасской стали, бренда Кай, коллекция Шон Классик. Бренд Кай – японский лидер передовых технологий в ножевом мире, который задает и предвосхищает тренды. Японский поварской нож Гюйто фактически является аналогом европейского шеф-ножа, но имеет несколько отличительных особенностей – высококлассная твердая сталь и тонкий обух. Этот нож имеет особый шлиф клинка – flat grind, идеально плоский, со спинкой до режущей кромки. Точно такой же шлиф характерен для японских катан, римских гладиусов, испанских навах, арабских шамширов, мечей мимилюков и другого легендарного холодного оружия. Заточка flat grind
тонкая и дорогостоящая работа, и каждый такой нож – это настоящее произведение искусства. При производстве ножа Shun Classic используется уникальная японская сталь VG Max, выпускаемая специально для бренда Kai. Ручка из стабилизированной древесины пака смотрится элегантно, дорого и по-японски лаконично. Современный материал устойчив к влаге и легок в уходе. Типичная японская форма рукояти с небольшим ребром с правой стороны позволяет удобнее держать и лучше контролировать нож во время нарезки. Небольшое удлинение лезвия обеспечивает стабильность и баланс. Коллекция Shun Classic была отмечена German Design Award в 2019 году в номинации Special Mention – особое упоминание. Награда присуждается за уникальный дизайн и новаторские продукты. Нож сертифицирован по стандарту NCF – некоммерческая организация США для использования на коммерческих кухнях. Нож поварской из кованой высокоуглеродистой нержавеющей стали бренда Vuyshov, коллекция Performer. Мы представляем поварской нож из коллекции Performer, новинку 2021 года, которая моментально стала хитом продаж. Ножи Performer созданы творческой лабораторией компании Vuyshov при непосредственном участии 4 профессионалов кулинарного искусства – Рената Манци, Аники Шмидт, Александра Шрамберга и Рене Штайнбаха. При разработке ножей Performer использовались самые современные технологии и материалы, а также более чем 200-летний опыт ножевых мастеров Vuyshov. Это первые в мире полностью кованые ножи с лезвиями, покрытым сверхтвердым алмазоподобным углеродным покрытием, защищающим от механических повреждений и агрессивных сред. Эту же технологию применяют для изготовления деталей космических кораблей и гоночных автомобилей. Режущая кромка ножа прекрасно держит заточку, легко правится мусатом и точится в домашних условиях, не ржавеет. Покрытие лезвия создает водоотталкивающий эффект, благодаря которому свежеизмельченные ингредиенты, томаты, слайсы из рыбы или ломтики мяса легко соскальзывают с лезвия. Продуманная конструкция больстера с широкой закругленной пяткой клинка обеспечивает максимальное удобство и безопасность работы при поварском хвате. Рукоятка ножа выполнена из полиамида, армирована стекловолокном для того, чтобы материал дольше не изнашивался. Нескользящая сутовая структура Hexagon Power Grip гарантирует максимальный контроль даже во влажных или тяжелых условиях работы. У вас будет уверенность в безопасности и точности использования ножа. Немаловажно, что нож можно мыть в посудомоечной машине. И в заключение, как правильно хранить ножи на кухне. Храните ножи на специальной подставке, например, как у меня. Фирменная подставка Посудомарт. Магнитная подставка для ножей выполнена из массива дуба со специальной пропиткой из натурального масла, которая надежно защищает ее от влаги, плесени и любых загрязнений, а также предохраняет от растрескивания. Берегите лезвие от трения и ударов. Не используйте разделочные доски из стекла и камня. Никогда не оставляйте ножи в воде. Вытирайте насухо сразу после мытья. И последний совет. Не экономьте на ножах. Хороший нож – это не только быстрая работа по кухне, но и удовольствие от этой работы. А на сегодня это все новости из мира посуды. Не забывайте подписываться, ставить лайки, звонить в колокольчик и пишите мне ваши комментарии. Уникальную посуду для решения любой кулинарной задачи можно заказать в нашем интернет-магазине «Посудомарт» или прийти и лично подержать в руках и убедиться в качестве продукции в нашем магазине «Посудомарт». Адрес магазина в описании к видео. До новых встреч!